Активный предприниматель. Друзья, это программа «Активный предприниматель». Илья Тимошин, который у нас, я даже записала себе, это, так сказать, определение от нашего гостя, прямое зеркало нетворкинга. Хорошо, да. Хорошо, не кривое. Антон Солопов, соучредитель, директор по стратегическому развитию клуба путешественников S-Club, у нас сегодня в гостях, не первый раз уже. Да. Здравствуйте. Да, приветствую. Ты был первым в этом году. Мы начинали в этом году с тебя. Наверное. Что изменилось за это время? Что изменилось? Ничего не изменилось в том смысле, что все меняется всегда. Да? Я вот в этой реальности... Меняется все. Да? И я кайфую от этого. Ну как, ты сейчас не будешь тебе перечислять, что как? Жена та же, дети те же. Да, деятельность та же. Фокус усилился. А, наверное, что поменялось у меня? Я понял, что настоящая свобода — это отсутствие выбора. Вот какое-то время назад я верил, что когда у тебя есть свобода выбора, ты свободен. А я вдруг обнаружил в себе, что вот когда выбор какой-то появляется, это моя какая-то трусливая часть обязательно какой-то выбор создаст. Когда ты по-настоящему знаешь, что ты хочешь, куда идешь, у тебя нет выбора вообще. Ты в тотальном таком движении находишься, и ты свободен от отсутствия выбора. Я вдруг понял, что максимальная свобода появляется, когда тебе выбирать не надо. Когда ты по-настоящему, по-честному понял, что ты хочешь, куда ты хочешь, как ты хочешь, зачем ты хочешь. Но это в идею фикс не превращается в итоге? Ну, идея фикс — это некая самовлюбленность, да, гордыня, есть такая опасность, да, и да. Это вот осознанность, которая помогает нам отлавливать какую-то внутреннюю гордыню, отлавливать игру в Бога, отлавливать вот эту иллюзорность, да, и действительно возвращаться в некое такое здесь и сейчас. И здесь ты находишься дальше в диалоге с реальностью. То есть, если ты какой-то есть отклик от реальности, это вроде бы правильно. Если нету, сразу такой, так, ага, опять я куда-то свалился. Прикольно, тут ребята недавно дискутировали, предприниматели, там, по поводу мотивации, да, откуда, что, как берется, там, как себя мотивировать. Вот, и парень один говорит, ну, слушай, какая мотивация? У меня план развития на 100 лет, надо херачить просто, не мотивация, надо делать, что расписано, блин, просто, какой там выбор, да, ты просто тебе понятно, нету выбора, делать. И это такой кайф, и это вот, наверное, то изменение, которое у меня произошло, то есть я вот 45 лет исполнился, только это осознал, представляете, и я вдруг понял, до 45 лет я был трусливым очень человеком, где выбор я использовал как, убегание, типа, зрелое убегание. Такое, у меня есть выбор, а по факту это просто обоснование своей трусости, и все. И тут и вот мое изменение сейчас в том, что я сейчас тотально смело... Слушай, я на самом деле просто спросил, думал одним предложением. Ну, скажу, я, не, ну ты хорошо. Я же такой, ты знаешь, я же не как американец, как дела нормально, да, нормально, нереально. А я отвечаю прямо на вопрос. Я напомню, друзья, то, что остается без изменения, это телеграм-канал «Активный предприниматель». Вы можете рассказывать о каких-то проблемах, которые мы здесь можем разбирать с экспертами, предлагать гостей в студию. Предлагать темы. Мы даже сделали специальный чат-бот. Можете прям писать в чат-бот свои запросы, мы обязательно будем их рассматривать, искать экспертов и это все тоже разбирать. Видеотрансляция на нашем канале в YouTube, ну и традиционно WhatsApp для ваших вопросов по номеру +7 903 797 6333. Вот мне все время здесь Карлсон вспоминать, когда 3-3-3-3. А сегодня мы говорим про что? Можно я тебя просто буду игнорировать сегодня? Сейчас не то зеркало. Абсолютно, зеркало как-то немножечко дало сбой. Альтернативная модель развития бизнеса, так заявлена тема на сегодня. И мне кажется, для того, чтобы разобрать альтернативную модель, надо понимать, альтернативную чему. Хороший вопрос. Но здесь не хватает слова, потому что я вот к редакторам к вашему вопросу, потому что у меня там было слово MLM и сетевая модель развития бизнеса как альтернатива. Это я сократил, потому что не помещалось на афишу. А это существенная вещь, да? Ну, то есть это конкретные решения. И я сейчас понимаю, у меня прям внутренняя тревога сейчас, я понимаю, что я сейчас вхожу в тему, которая триггерная, да, такая MLM, сетевой бизнес, как модель развития. Смотрите, то есть я сейчас хочу спозиционировать, как мы хотим говорить. То есть MLM не для клиентов, MLM не для сетевиков, которые являются партнерами, а MLM для производителей. То есть я производитель, я МСП, да, малый и средний бизнес, и у меня есть форма коммерции, форма продажи моего товара там по классическим схемам B2B, B2C, да, где я выстраиваю продажу либо там B2B-шную, да, либо B2C-шную, когда у меня есть отдел продаж, есть отдел маркетинга, есть бюджеты на одно и другое, и я вот неким образом продаю через эти каналы. Соответственно, MLM
как альтернативная модель этим продвижения своего продукта, альтернатива этим каналам продаж. То есть не альтернатива бизнеса, а альтернатива модели продвижения взаимодействия с конечным клиентом. Смотрим, в сухом остатке, да, у нас получается, есть классические каналы, там, всеми любимые маркетплейсы, это все в онлайн мы относим, потому что в онлайне там на самом деле много разных каналов, и соцсети, и все остальное, да. Есть офлайн, это либо своя какая-то дилерская сеть, либо дистрибьюторов, ты выстраиваешь и так далее. B2B классическая, наверное, модель, и B2C-шная, если у тебя свои какие-то офлайн-точки есть. Да. Вот, а это прям альтернативно-альтернативно. Немножко не так. Ты смотри, я B2C могу выстраивать и в офлайне, и в онлайне, и B2B я могу выстраивать в офлайне, и в онлайне, и сетевой маркетинг я могу и в офлайне, и в онлайне. Не с этой точки зрения, а в принципе встраивание. То есть давайте так я скажу. То есть есть в MLM есть такое понятие, как маркетинг-план. То есть это система бонусов для... А теперь смотри, я прям сегодня понял этот тезис. Бизнесмены понимают такую тему, как KPI. Да, KPI — это те действия, которые должен совершать, например, продавец, и я за это плачу ему деньги. Угу. А теперь подумайте, смотрите как. Маркетинг-план — это KPI для клиентов. А? Как вам? То есть вот я хочу, чтобы это поняли. То есть, грубо говоря, я выстраиваю KPI своим клиентам, которые покупают мой товар, покупают мой продукт. И я им предлагаю, слушайте, а вы будете делать вот так-то, и вы будете получать деньги. То есть, по большому счету, моими сотрудниками становятся мои же клиенты. То есть, по факту, ты исключаешь отдел продаж, и клиенты становятся сами же отделом продаж. Не происключаешь. То есть, вот в моем сейчас понимании, вот, например, сейчас общеизвестный всем банк, которые есть, да, не будем сейчас его там лишний раз рекламировать. Все общеизвестные, какой желтенький, красненький. Красненький, который встроил сейчас MLM-модель, да, называется там свои в... Не знаешь, что ли? Ого. То есть, не будем, чтобы встроили MLM, там, 10-уровневую модель, там, все дела, все, клиенты создают, и вот вам прецедент. То есть, с одной стороны, есть классическая модель продвижения, да, обычная, розничная, есть B2B-шный сегмент работы там с предпринимателями и так далее, и они выстроили MLM-модель, это прецедент огромный на рынке сейчас. То есть, в хорошем смысле слова, это легализация MLM-моделей для бизнеса. Вот здесь ключевой вопрос у меня. Мы сейчас и перед эфиром с тобой говорили, что я максимально буду кошмарить в этом плане, потому что в нашей стране MLM вызывает, скорее всего, такой какой-то фон мошенничества, да, что ты слышишь MLM и такой думаешь, где ты мне там сейчас чувствуешь пальчик в попке, а ручки-то вот они, блин. Да. Вот. А есть страны, например, та же Япония, да, сколько там, 80% по этой модели работают? Да. Вот, есть примеры, да, то есть вот здесь вопрос, если у нас уже вот этот фон есть в России, да, то как здесь определить, блин, это же риски определенные. Культурологически, я бы сказал, да? То есть здесь очень важно понимать, MLM в Оксфорде учат, да? Есть кейсы у нас в стране бизнеса, который офигенно выстроил эту модель. Фаберлик, например. Давайте, ладно, скажем, Альфа-банк. Да, это Альфа-банк, который год исполнился. Альфа-банк может, кстати, заплатить за рекламу, если слышно. Ну, да. Да, то есть вот они целый год реализуют эту модель, и, если я правильно помню, я недавно посмотрел интервью одного из руководящего состава, человека, он сказал, что эта модель продвижения товара сейчас показала себя эффективнее с точки зрения капитализации, да, и с точки зрения привлечения целевого клиента, который пользуется продуктом, эффективнее, чем любые другие традиционные модели бизнеса. Вот вам уже подсветка. То есть они уже в течение года увидели, да, в этой альтернативной модели, да, ту упущенную прибыль, которую сейчас они забирают на рынке. Ну, ты очень правильно подсветил сейчас вещь. О том, что мошенники. Действительно, вот так сложилось. MLM пришел в Россию, и первые, кто его подхватили мошенники. И теперь мы MLM воспринимаем через призму, что эту модель встраивают только... Первое слово — пирамида. Вот. Да, пирамида. Например, никто не думает о том, что, например, торговцы оружием тоже используют классическую модель бизнеса, да, то есть B2C-шную. То есть вот они оружие взяли, продали, почему-то они говорят, что вот обычный бизнес — это тоже плохо, его мошенники им пользуются. Много же мошенников, да, которые используют обычную модель. Сейчас еще Колумбию. Да что угодно, я не пойду туда, хотя могли бы. Там классическая модель. Да? То есть, и поэтому не надо путать саму модель с теми, кто ее использует. И действительно, у нас в России получается так, что большинство организаций, которые использовали MLM-модель, имели в самом начале мошенническую схему.
Как это? Может быть, потому что она очень эффективная и поэтому... Абсолютно верно. А теперь смотрите, почему я убежден, что в течение ближайших 3-4 лет будет огромный бум на... и будет огромное количество организаций и компаний, которые будут включать эту модель в свой бизнес. И те игроки, кто в своей отрасли первыми встроят MLM-модель, я уверен, сейчас будут занимать первые позиции. Почему? Потому что, с одной стороны, у нас есть действительно страх этой модели, а с другой стороны, Россия — это страна рекомендаций. Что купить? Куда поехать? Слушай, я спрашиваю друга. Слушай, что купить? Вот какой телефон? Я спрашиваю друга. Наша страна — это мы доверяем друзьям. У нас в основе, в культуре заложено MLM как двигатель, который мы не используем. То есть, грубо говоря, тезис какой? MLM позволяет грамотно и эффективно использовать потенциал рекомендаций наших собственных клиентов. Но есть одно условие, да? То есть, например, какая компания, использующая MLM, будет эффективной? У которых одним из бизнес-показателей является, если я правильно сейчас помню, NPS он называется, да? Это лояльность. Лояльность клиента к компании и к продукту. То есть я на самом деле должен понимать ее ценность. Я буду рекомендовать товар при условии, что я действительно в него верю, я понимаю его ценность. Это обязательные условия для успешности, да? И вот оно. Соответственно, если вы предприниматель, да, который понимает, что любой продукт можно реализовать. Вот, например, ты знаешь, да, вот S-Club мы как раз развиваем, мы взяли путешествие. То есть мы в основу путешествия положили MLM-модель. То есть люди ездят, путешествуют, да, и рекомендуют путешествия, и на этом еще тоже там зарабатывают и так далее. Да. Вот оно, потрясающе. То есть тоже есть некий стереотип о том, что сетевая модель — это только БАДы, это только тряпочки, там, маечки, косметики. Да. В этом есть крипта, правда. То есть правда крипта. Такой, как это, быстро, как называется, товар, который быстро заканчивается, mm-hmm. да, то есть грубо говоря, на следующий месяц мне тоже его нужно купить. Да, есть такое. Ну, а кто, например, знает, что у BMW, я сам недавно узнал, у BMW в Европе, я не знаю, это как слух, я не проверял, да, поэтому вот сразу, mm-hmm. да, проверьте за меня. А то, что в Европе есть сетевая модель продажи BMW как автомобилей, представляете? Не просто рекомендация одноуровневая, а несколько уровней. Люди строят сети, продвигая и продавая BMW. Я вообще даже этого не знал. Ну, мне хотелось бы все-таки вернуться вот к негативной коннотации, которую в сознании, мне кажется, русского человека, прочитать. Да, все-таки получил, да, вот словосочетание сетевой, да. Маркетинг. Вот здесь, как вы видите, как это дальше будет развиваться? Компании, которые все чаще используют эту модель, поменяют эту установку в голове? Или все-таки предпринимателю, который как бы готов работать именно с MLM, надо быть готовым к определенным вызовам, но тогда каким и каким образом вообще решать это все? Ну, давайте возьмем классическую модель использования новых решений в ситуации, ну, новых решений. То есть есть такая классическая история: инноваторы, ранние последователи, поздние последователи, консерваторы. Что имеется в виду? Например, вот он, MLM. И сейчас появятся инноваторы. Тот же Альфа-банк — это инноватор, который в своей отрасли решил это внедрить. И он взял на себя вот весь этот риск, да, он это делает. Он создает внутри своей отрасли, он взял на себя одновременно риск и одновременно максимально взять этот рынок. Да? Соответственно, рискованные ребята, которые внутри своей отрасли возьмут на себя этот риск, но потенциально понимая, какой объем рынка они смогут взять, они, естественно, в фаворе. Да? Соответственно, у нас есть инноваторы, это где-то 7% от общего числа. То есть, грубо говоря, внутри отрасли есть там 100% игроков. И вот где-то там 3-5-7% ребят, кто возьмут на себя это. У кого-то получится, у кого-то нет, у кого-то кто-то реализуется. И вот на успешном кейсе одного подтянутся так называемые ранние последователи. Это которые будут обращать на успешный опыт хотя бы одного в отрасли. А это еще где-то 20%. Mm-hmm. Когда у этих получится системно, включится основная масса. Это там 30-40% так называемые поздние последователи, которые уже обратят внимание на системное использование этой модели. Они вдруг видят, о, гарантия, с мифами, с этими со всеми поборолись, надо делать. И, конечно, останется 7% консерваторов, да, которые скажут, да все это не работает. Сейчас все развалится. Все развалится все равно. И такие, конечно, должны быть, но они тоже поменяются, когда уже, там, грубо говоря, 80% в отрасли в том или ином виде люди будут использовать MLM как модель. Да, но этим консерваторам на руку всегда будут работать неудачи. Вы же понимаете, да, информация о том, что у кого-то что-то не получилось, тут развалилось, она распространяется и тиражируется намного сильнее, чем чей-то успех. Да, ну то есть здесь можно посмотреть хейтеры, которые будут издеваться над этим, да, а кто-то будет в этом видеть конкурентное преимущество, говоря, что как по-старому mm-hmm. было бы же лучше, вы видите. И я, да, я думаю, здесь будет конкурентная борьба в каком-то смысле слова. Но давайте посмотрим ценности. В чем ценность, например, сетевого для бизнеса?
Какие у нас две ценности в бизнесе коммерческие? Это привлечение новой аудитории и сопровождение новой аудитории. Эти две функции реализуют сами клиенты. Представляете? Вот эти две функции. То есть теперь привлекать новых клиентов — это задача не моя. А это задача моего клиента, который увидел ценность и приглашает другого человека. Дальше у меня, как у бизнесмена, стоит огромная задача, как оставить, как сделать повторные продажи, как сформировать лояльность. И здесь тоже в моем маркетинг-плане. Маркетинг-план – это модель управления KPI-ами клиентов. Я закладываю определенные действия моих клиентов, которые нацелены на сопровождение новых клиентов, да, и тем самым я начинаю в прямом смысле слова управлять своими клиентами, и они становятся моими сотрудниками. И вот очень хочется, чтобы эту парадигму сейчас увидели бизнесмены, с нее посмотрели на эту историю. То есть действительно теперь KPI-ами это не мои сотрудники наделяются, а мои клиенты. И я начинаю эксплуатировать вот этот не дефицит, а наш культурологический код. Куда ты поедешь, спрошу у друга. У нас это есть. Но вот тот миф, о котором мы с вами говорили, это тот риск, с которым мы можем столкнуться. И сейчас действительно время инноваторов. Ну, и вот те, кто войдут, да, это вот мы сейчас входим, например, как в туристической отрасли, да, нету в туризме, нету такой модели. Мы первые, да, мы первые, кто строим эту модель. Да? Эсклаб, ты имеешь в виду? Эсклаб, да. А эсклаб, он что делает? Это предприниматели, которые путешествуют. Это путешествие, да, для предпринимателей. В первую очередь, да, то есть если говорить про наш целевой сегмент, это там занятые люди там со средним достатком, да, у которых нету времени, у нас там туры выходного дня, да, и вот люди начинают путешествовать, двигаться, а там дальше они видят возможность, слушай, я, во-первых, могу удешевить свой тур, во-вторых, я могу это рекомендовать, еще на этом заработать, ух ты, да, и предприниматели, естественно, пользуются возможностью дополнительного заработка, и вот мы, с одной стороны, формируем лояльных клиентов, и в то же время мы им даем возможность заработать, и они нам приводят новых клиентов. И мы сейчас проходим в акселераторе МСП, ну, то есть... МВМ. МСП, нет. Корпорация МСП. Корпорация МСП, да, мы сейчас проходим трекинг по туризму, да, и вот там сейчас собрались такие среднячки, хорошие среднячки в туризме, нету ни одной такой модели, и все от этого в шоке сейчас. То есть от нашей модели все в шоке. Здесь должна быть еще, мне кажется, вот кроме первой такой опасности, да, ну вот что мышление, да, и что эти сети, мошенники, второй — это все-таки должны быть серьезные экономисты, которые эту модель просчитывают, потому что в итоге ты можешь продавать рубль по 70 копеек. Однозначно, однозначно. То есть должна быть экспертиза и привлеченные эксперты, кто этот маркетинг создадут. И здесь у нас, да, дефицит этих экспертов. То есть как грамотно теперь создать... То есть, смотрите, здесь три компетенции нужно. Первая компетенция — маркетинговая. То есть, грубо говоря, это нужно так спозиционировать продукт именно для этой целевой аудитории. То есть я, например, ну, это как, знаешь, там, в Ашан я отгружаю товар вот так вот, мед, а вот для своей целевой я его в такую баночку пакую. То есть там другое позиционирование товара для этой дистрибутивной сети. То есть первое — это маркетинговая упаковка. Второе — это маркетинг-план. То есть создать, какую сумму денег я готов отгрузить людям. Да? Чтобы есть, и людям это было интересно. И, да, мне. А то я копейку получу, нахрен мне что-то рекомендовать. Конечно. Но по факту, на самом деле, да, экономическая модель та же самая. То есть там от себестоимости плюс-минус, ну сколько там, в среднем, ну, x2 мы там делаем, да, если даже, ну, традиционные модели. Да, то есть там бюджет маркетинговый, зарплаты или еще чего-то. В любом случае, от той себестоимости товара, который мы отгружаем, в общей сложности добавочная стоимость, которую мы фото вводим еще куда-то, туда отгружаем, там x2 мы делаем. А теперь эти x2 мы просто распределяем по сети. И мало того, даже часть еще оставляем себе. То есть она экономически даже более выгодна. Так вот, и вторая компетенция, которая здесь нужна, это работать с людьми. То есть вот та компетенция, которая нужна, то есть работать с клиентами, это отдельный навык. Это не просто менеджмент работы со своими сотрудниками. И этому действительно нужно учиться. Да, учиться, как работать со своими клиентами, уже став для них лидером определенным. А что входит в эту работу? А здесь вот уже не менеджмент, а лидерство прям. То есть люди идут не только за продуктом. Сейчас есть еще одна потребность огромная. Мы тоже об этом, мне кажется, говорили. Сообщество. То есть сейчас огромный есть дефицит у людей на сообщество. Люди хотят объединяться, люди объединяются уже в сообщество, люди объединяются во какие-то смыслы. И это еще один тренд, который подсвечивает и показывает эффективность внедрения этой модели. Люди хотят объединяться вокруг чего-то. И когда собственник находит какую-то ценность, не только продуктовую, а ценность, которая заложена, возможно, в его признании, в его там смысле, в его миссии. Да? Ну, например, там, давайте возьмем этого волшебного Стива Джобса, да, который там транслировал простоту. Ну, простота — это та добродетель, которую он транслировал в своем продукте. И апологетов очень много людей, которые действительно во всей продукте видели
простота, простота использования и так далее. И вот когда собственник находит... Что в сентябре будет? Превратится ли он в кирпич, блин? Ну, не знаю. Ну, давайте не будем его вспоминать. Мы сейчас... Про другое. С другой стороны. Да, то есть речь о том, что я теперь должен быть не только менеджер, а я должен быть еще и лидером сообщества, который предлагает какой-то смысл для объединения людей между собой. То есть вот этот вот создание сообщества, это тоже важно. И это, наверное, немаловажная потребность, почему люди еще тоже идут в сетевой. То есть я не просто тусуюсь, я пользуюсь классным продуктом, и меня объединяет какая-то интересная идея, а я еще и зарабатываю в этом. Представляете, то есть сколько потребностей человеческих реализует MLM-модель. И вот именно... То есть, вот, спасибо за этот вопрос, да, вот о том, что вот сейчас вот те инноваторы, кто внутри отрасли поймут, что они готовы быть первыми, риск огромный. Можно свалиться, провалиться. Лидерства не хватит, собственно, да. Не хватит смелости, дерзновения, да, пройти этот путь и действительно начать обучать, создать этот тренд внутри отрасли, это определенная смелость. Да? Но кто это сделает, я уверен, рынок прям заберет внутри своей отрасли. Ну, вот. Я просто смотрю со смелостью, действительно, здесь, ну, риски, правда, высоки, потому что первые же сообщения, как вы понимаете, нам приходят о том, что это пирамида. Ну, естественно, да. То есть это первое столкновение, с чем мы будем сталкиваться. Стереотипное восприятие людей, и они имеют на это право. Потому что люди в нашей стране, у нас не было сетевых сильных компаний. У нас в основном были пирамиды. Поэтому понятно, люди встречались с этим, и из вчерашнего опыта они вытаскивают пирамиду. Только сейчас у нас появляется наши... Опыт еще и передающийся через поколенческие. Конечно, да, все, ну и понеслось. Все, и мы уже не в реальности, мы живем этим прошлым, да, и это, с одной стороны, хорошо. Потому что большинство предпринимателей этого боятся, этого мифа. Они боятся этого стереотипа, а любой предприниматель дерзкий, он идет туда, куда не идут все. Это и есть предпринимательство. Предприниматель — это смелый, да, человек, который понимает, вот он рынок, офигенный рынок, который я могу забрать. Но страха очень много, потому что высокий риск. Поэтому туда пойдут только смелые. Ну, это прям, мне кажется, такое поле для создания новых мощных игроков в России сейчас у нас. Просто, то есть я вот уверен, опять же, что 3-4 года там будут вырастать единороги у нас. И именно там. Внутри отраслей через 3-4 года единороги в отрасли будут, кто встроили MLM-модель как альтернативную модель, кроме B2C-шной и B2B-шной. Друзья, мы продолжим во второй половине часа. Я напомню, что для ваших вопросов, для ваших комментариев есть наш WhatsApp. Плюс 7-903-797-6333. Кстати говоря, по этому же номеру работает и Telegram. Не забываем про Telegram-канал «Активный предприниматель», куда мы ждем от вас предложения по темам для разговора, по гостям, рассказывайте о каких-то проблемах, которые мы можем здесь разобрать в прямом эфире «Серебряного дождя». Ну и, конечно, видеотрансляция на нашем канале в YouTube. Присоединяйтесь, там тоже есть чат для ваших комментариев. Мы продолжим во второй половине часа. Да. Бизнес-новости. Друзья, это программа «Активный предприниматель». Антон Солопов, соучредитель, директор по стратегическому развитию клуба путешественников S-Club у нас в гостях до конца этого часа. Тимошин Гордеева, здесь все без изменений. И телеграм-канал «Активный предприниматель», куда вы можете писать и присылать ваши предложения по темам для разговора и, разумеется, по гостям в студии. Плюс 7-903-797-6333 и видеотрансляция на нашем канале в YouTube. Просят наши слушатели поконкретнее модель, о которой мы сегодня говорим. MLM. MLM. Да. Как это связать, спрашивает наш слушатель, с производством? Как это выглядит? Я производитель, у меня сеть независимых дистрибуторов, или я чего-то не понимаю? Вот такой вот, да, вопрос. То есть я производитель, у меня есть какая-то существующая коммерческая функция, да, то есть какая-то привычная модель продажи, да, своего товара. Соответственно, я как производитель начинаю думать, как мне теперь, кто мой целевой клиент, как мне нужно упаковать мой продукт существующий для этой сети. Дальше я думаю, какой маркетинг-план для них создать, бонусный, да, и, собственно, как мне стимулировать развитие этой сети. То есть это отдельная компетенция, о которой нужно начать думать. И я понимаю сейчас людей, то есть это пустота. Как это? И многие будут думать, мою, наверное, модель нереально реализовать. Ну, вот у меня сейчас вопрос был с точки зрения, наверное, производителя чего, да, потому что если про продукты, мне более-менее понятно, что люди там, да, их вот регулярно используют, продукты, там, питание, может быть, вот о чем ты говоришь, там, забота о себе, что-то такие вещи, которые регулярно нужны, а если какой-нибудь трактор, блин?
Ну, вот надо думать, я сейчас не выдам. Я сейчас вот не выдам. Я не являюсь здесь, наверное, методологом таким на данный момент времени, да. То есть, вот мы сами со своим продуктом, да, вот долго думаем, туризм. Как вот его упаковать? Тоже голову там ломали, да, как это сделать. Сначала у нас там была клубная система. Сейчас мы все-таки смогли упаковать сам тур. Да, сам тур, именно как люди, чтобы на нем и зарабатывали. То есть я еду, еще и получаю с этого деньги, когда я продаю тур кому-то. У нас удалось это внедрить. Кроме этого, нам еще сама эта модель подсветила то, что мы можем добавить дополнительные товары. У нас сейчас появились, например, товары для путешественников. То есть мы теперь продаем не только туры, да, но и товары для путешественников. И вот оно. То есть на выходе я начинаю понимать цели своего сообщества, потребности своего сообщества. И это потенциал для создания, возможно, новой продуктовой линейки. Да, для того, чтобы обеспечить потребности новой целевой аудитории. И расширение своей производственной базы, да, своих артикулов в том или ином виде. Да, если мы говорим про B2B, продажа тракторов, вот сложно мне пока сказать. Да, вот здесь вот это интересный кейс, чтобы разобрать, можно. Но такие кейсы есть. Не в России пока, да, а тот же BMW. Да, Япония, да? Там уже, да, автомобили, да, и все, да, что-то, да, по этой, да, модели, да, работает. Да. Слушатель пишет наш, мне просто интересно, согласитесь вы с этим утверждением или нет. Товар должен быть высокомаржинальным. Да, да, однозначно. Ну, сейчас на маркетплейсах тебе нужно X3 делать, меньше тебе невыгодно там будет. Да, и маржинальность та же остается, что и в обычном бизнесе. Просто идея в том, что эту маржу, я этой маржой оптимизирую ее за счет отсутствия издержек в виде маркетинга, в виде собственных продаж, да, и тем самым я эту маржу просто распределяю как прибыль между клиентами и собой. И на выходе экономически это получается даже выгоднее, да, мы оптимизируем многие процессы. Да, поэтому с точки зрения маржи плюс-минус одинаковая конечная стоимость получается. Ну, а если плюс-минус одинаковая конечная стоимость, то нафига, мне запретили так говорить, зачем нужна альтернативная модель, если я могу работать по классической, где мне более-менее все понятно, у меня меньше рисков с точки зрения восприятия конечным потребителем, ну, мошенничество, не мошенничество. Если плюс-минус одинаково, то зачем? Не надо. А кто-то увидит в этом смысл, а кто-то поймет. А я пойму зачем, потому что 99 человек решили, я в это не пойду. Вау, круто, а я пойду, потому что они не пошли. И вот оно, голубой океан, мы все о нем мечтаем. И вот то, как ты говоришь, я уверен, большинство предпринимателей так и мыслят. И именно поэтому я, как предприниматель, понимаю, туда нужно идти. Потому что все боятся, все привыкли к этой модели. Вот он, голубой, мы не все какие-то книжки читали про голубой океан. Вот он, конкретная возможность. И сейчас теперь каждый внутри себя человек может ответить: о, я просто знаю про голубой океан, или я реально готов туда идти, в этот голубой океан. Да? А ты какой хлеб любишь, если вдруг тебя куда-нибудь отвезут места отдаленные? Я люблю булочки с кунжутом. Спрашивай также про слушатель. Совмещать разные модели можно? Абсолютно. Да, опять же, тот кейс, о котором мы говорили сегодня, это альтернативная модель, не замещающая, не вместо. Да, мне очень нравится эта вот парадигма, не или, а и. Угу. То есть это я не меняю одну модель на другую. Я нахожу новый сектор продвижения своего товара. То есть продукта. У меня есть классические модели, я работаю так же, а здесь можно поэкспериментировать. Абсолютно верно. Раз. Да, как отдельный бизнес-юнит, да, в котором формируется новая команда, да, которая реализует эту продукцию в этой культуре, в этой модели, используя, собственно. Здесь вот ты заметил очень тонко, потому что, ну, например, если мы возьмем модель там развития бизнеса, масштабирования по франшизе, экспертов уже действительно много. А вот здесь где искать-то, кому идти? Вот. И вот здесь, наверное, основной тоже вопрос. То есть искать можно и можно найти. Мы нашли, например, человека, да? Мы нашли человека, который нам помог, вот просто нам голову поставил на места по поводу маркетинг-плана. Да, я его сейчас не буду, ну, хотя, что, я его могу рассказать, да, Виктор Батаков. То есть, если кто-то сейчас вот задумывается, прям найдите этого человека, я искренне его рекомендую. Человек, который там 31 год, прошу прощения, там, в сетевом бизнесе, и он уже работает как консалтер молодым ребятам, да, производством помогает создавать бизнес-модель. Слушай, ну, здесь другая опасность есть, смотри, какая еще. Я просто знаю, ребят, ну, близко к этому по модели дропшиппинга, да, когда стали развиваться они, проблема в том, что стало столько заказов фигачить, и много заказов стало приходить, и производство не осилится только произвести.
Ну да, а это управляемые процессы. Поднимаешь стоимость, сокращаешь. Ну это как тоже в бизнесе. Если ты видишь увеличение объема, повышаешь стоимость продукции, а у новых клиентов меньше, продаж меньше, но продажи дороже. То есть это инструменты управления. Слушай, как основатель одного банка говорил, когда пельмени были, да, как вы маркетинг оцениваете. Я, говорит, смотрю, если очередь Тесфур есть, я ценник поднимаю. Да, здесь одни законы, неважно, ты MLM или у тебя традиционная модель бизнеса, ты управляешь ценообразованием, управляя потоком входящего клиента. Все. Да, либо если ты понимаешь, у тебя есть мощности производственные, увеличиваешь. Ну, то здесь менеджерский вопрос обычный, да, поэтому здесь нет какого-то риска. То есть... Хороший вопрос еще от нашего слушателя, что касается MLM-модели. Правильно ли я понимаю, что для молодого, совсем начинающего бизнеса эта модель не очень подойдет, потому что для того, чтобы ваши клиенты стали, по сути, вашими сотрудниками, сначала надо иметь клиентскую базу, или это возможно с нуля? С нуля возможно. Сразу, с нуля. То есть вы выстраиваете стратегию уже с учетом? Конечно, да. Мы начали не как традиционный бизнес. Мы с самого начала выстраиваем эту модель. Да, и MLM с самого начала легла. Да, в основе как модель продвижения. Поэтому с самого начала можно это делать. Это первый вопрос. А второй вопрос, что вот опять же, дополню, наверное, нашего слушателя вопрос, да, что база, окей, да, если, ну, много говорят об этом, мне вот Макс Спиридонов нравится, который Нетологию основал, угу. Что если у вас крутой продукт, то люди о нем расскажут быстрее, чем ваш маркетинг. Конечно, и почему этим не пользоваться? Второй, другой вопрос, что когда ты с нуля начинаешь, еще же люди не доверяют твоему продукту, они же еще его не пробовали, условно. Так вот это лидерство уже, понимаешь? Это вот задача, как раз это одна из историй. Я не менеджером становлюсь, я становлюсь лидером. Я тот человек. Что такое MLM? Я пригласил первых 5 человек, которые стали мне лояльными продуктами. Дальше эти 5 человек... Доверие к личности конкретно. Конечно. Сначала первые 5 человек доверяют мне как личности, которые рассказывают об этом продукте. Они доверяют мне настолько, что они поверили продукт, дальше они спиной ко мне поворачиваются, идут туда и рассказывают об этом продукте другим 5 людям. Они уже доверяют не мне, они им доверяют, как амбассадорам моего бренда. И вот оно построение структуры. И в этом тоже уникальность. То есть вам не нужно работать со всей сетью, вам нужно работать с первым ядром. С первыми теми людьми, кто становится лидерами. Вот у нас так и было. У нас пришло 2 человека, мы только с ними работали. И эти 2 человека за год там 500 человек собрали. Да? Сейчас 500 человек. Сейчас у нас 500, ну, сейчас у нас модель там поменялась, да, то есть 500 человек, кто активен, и 2000 человек, которые вот там рядом сейчас с нами. Да, вот, за год. Нет, вот нам 2 года исполнилось в общей сложности, да, у нас сейчас где-то вот 2000 всего, да, и 500 человек. И несколько трансформационных этапов было. Да, да, да. И мы, и многие сейчас там сетевые компании скажут, что ребята очень медленно развиваются, это было действительно так, потому что первые года это создание продукта. Мы действительно его создавали, продукт, поэтому тоже раньше времени выйти на рынок мы могли бы не выдержать, да. Сейчас мы понимаем, что нужно рынка, мы сделали стандарты нашего путешествия, мы готовы к масштабу. Потому что действительно, если сейчас мы готовы к масштабу. И я вот зуб даю, что угодно. То есть через год, через 2 об Эсклабе будут знать так же, как и там Альфа-банки. Да? Ну, то есть мы готовы к масштабу. Стоматологи нынче дорогие, смотри, осторожно. Нормально все. Есть свои тоже в сети. Антон, ну давайте еще раз, так как мы получаем, и это ожидаемо, да, сразу много сообщений есть и как бы, да, по делу, но и сравнение с пирамидами. Невозможно бесконечно привлекать новых клиентов, да? У нас пирамиды разваливаются, когда заканчиваются новички. Нет, нет? Не поэтому, конечно, нет. Окей, хорошо. Вот сколько каждый день появляется новых 18-летних людей? Ах, вот с этой стороны. Сейчас, какое считаете? Еще? Ну, то есть такое то ощущение... Вы действительно видите это развитие до бесконечности в каком-то смысле? А компания Amway 70 лет на рынке. 70 лет компании Amway на рынке. А это одна из ключевых компаний, которая создавала сетевую модель. 70, вот вам ответ. Ну, где вот брать людей? Они рождаются, люди. Все. Ну, то есть первые здесь... это рождаются, второе, можешь ли ты столько произвести, понимаешь? Потом, смотри, действительно, то есть, в чем отличие пирамиды еще от MLM? О том, что действительно пирамида строится постоянно, но в прибывших людях. MLM, она выстроена на то, что мы зарабатываем на продукте, который люди... То есть даже если закончится, люди будут потреблять этот продукт, все, мы уже зарабатываем. Ну смотри, на примере путешествий, ну, блин, придет, не знаю, 1 000 000 человек. Угу. Ладно, давай возьмем 10% населения, 1 400 000, да? Угу. 1 400 000? Нет, 14 миллионов. Угу. Вот, и блин, где столько туров-то сделать? Ты же охренеешь их делать, эти туры. Ну, устанешь. Не устанешь.
У нас в этом смысле у нас, да, есть этот риск. Именно поэтому мы ввели, например, там товары для путешественников. Да, у нас есть еще линейка, да, которая обеспечивает там спрос. Да, и в то же время у нас разные туры есть. То есть у нас есть там тур для одного человека, есть туры там для группы 20 человек, да, есть туры там на 1000 человек, на 10. Когда ты говоришь, что готовы к масштабированию, вы готовы делать количество туров в сотни раз больше. Абсолютно верно. Да, потому что мы выстраиваем модель, у нас две модели. Первая, мы выстраиваем модель, сами создаем, то есть у нас там travel дизайнер, так называемый, мы сами создаем туры. И в то же время мы создаем сеть взаимодействия с операторами и с агентами туристическими в регионе. И мы являемся некоторыми гарантами. Да, ну то есть в чем идея? Мы выходим. По факту у вас огромное поле еще подрядчиков, конечно, которые. Конечно, да, которые уже сделали классно. И по вертикали, и по горизонтали. Конечно. По сути. И мы развиваем нашу отрасль. То есть зачем? Есть шикарные ребята там в Ненецком округе, которые делают тур. Они знают свой регион. И они готовы нам сделать по лучшей цене нам, да, эту цену. И все. И человек, покупая у нас, он делает себе хорошо, и нам хорошо, и им. Слушай, хорошо. У меня прям точно запроса три было от ребят с разных регионов, которые делают эксклюзивные туры, и они просто не знали, ну, как им масштабироваться. Потому что они вот круто делают продукты, а вот привлечь участников не знали, можно к вам отправить. Конечно. И вот здесь, понимаешь, вот он ответ на вопрос инноваторов. То есть мы настолько интересны сейчас отрасли, кто в нас сейчас видит, о, прикольно, мы сами-то не готовы, вы готовы, но мы готовы с нами сотрудничать. И вот сейчас вот у нас прям в шикарном поле находимся. Это программа «Активный предприниматель», друзья, мы продолжим через пару минут, оставайтесь с нами. Активный предприниматель. Гиперактивный предприниматель Илья Тимошин, Дарья Гордеева, Антон тоже Золопов, соучредитель, директор по стратегическому развитию клуба путешественников S-Club. Я просто благодарен радио «Серебряный дождь» тебе, нашей программе, потому что вот эти все гости для меня это как наставники. И это столько информации, так прокачиваешься. Я вот просто сидел сегодня, думал утром, много прикольных вещей прям всплывает вот отсюда. Вот, ну и 4 июля сколько будет? 29 лет? Угу. 29 лет, друзья, радио, готовьте подарки. И все эти 29 лет мы с Тимошиным сразу хочется ответить. Друзья, по поводу дня рождения будут отдельные анонсы. Вам же напоминаю также про существование телеграм-канала «Активный предприниматель». Ну, ему еще расти и расти, он пока новорожденный. Так, ну я, конечно, читая комментарии слушателей очень скептически, мне, Антон, вот мне очень сложно себе представить, каким образом можно будет вот преодолеть действительно вот это отношение. Разве что, я не знаю, может быть, действительно, вот если обойтись без упоминания сетевой маркетинг, а вот это оставить красивую MLM-модель, чтобы, так сказать, никто ничего не понимал. Это страх опять. Я вот, ну как, любой предприниматель сначала учится не обращать внимания. Ну просто это действительно, это большую работу надо будет проделать. Самое главное, не обращать на это внимание. То есть я это знаю, что это будет. Ну и все, я это знаю. И когда это происходит, ну я знал, я никак на это не реагирую. А люди же, они от благодарности, от ненависти к благодарности один шаг. То есть, когда они, а дальше они начнут, они идут объяснение. Ну, это понятно, им вам повезло, и даже благодарить начнут. Поэтому я знаю психологию там людей в этом смысле, массы, да. Поэтому я не обращаю на это внимания. И мы реально, и мне это нравится, мне это драйвит. И вот, наверное, тот посыл, который это я хочу... Это по факту вызов тебе, да? Это вызов мне, и я понимаю, это тот вызов вкусный, которым я им хочу поделиться. Почему я еще, знаешь, как, наверное, основной посыл для предпринимателей. Есть вот, многие же вызовы не хватает какого-то. Ну, скучно уже, неинтересно. Уже здесь выстрел. А тут обалденный вызов, чтобы драйв поймать, чтобы кайфануть в этой жизни. И я вот искренне тех людей, кто дерзкие, смелые, да, которые амбициозные, которые понимают, хотят в отрасли действительно там не просто себе денег на iPhone заработать, а чуть-чуть что-то побольше, вот прямо этот вызов взять на себя внутри отрасли. Очень круто. И вот прям вот этот посыл такой, мета-сообщение этим людям, да. Сколько ты хейта получаешь регулярно, когда... А я его не получаю сейчас вообще. Он в своем мире исчез? А он исчез, потому что, знаешь, как я на него не... Ну как это? Ты его воспринимаешь, если ты его воспринимаешь. Я его не воспринимаю, поэтому его и нет. Вот сейчас вы говорите, он не мне, он вам. А у меня его нету, ну то есть я его и не воспринимаю. Давай короткий блиц. Давай. Давай. Успех это... Три типа. Первое – это корневой короткий успех, плодовой успех. Ключевое слово. Ну, я скажу, корневой успех – познать себя, стволовой успех – познать, как себя реализовать, плодовой успех – получить плоды того, что себя реализовал. Ну, успел познать себя, успел себя реализовать, успел получить плоды. Здесь короткий вот меня... не получается. Предприниматель это. Предприниматель – это дерзкий человек, который верит в себя, верит в свой смысл, да, и действительно готов, нашел в себе какую-то ценность и понимает, что эта ценность нужна многим, и в свой продукт он эту ценность закладывает и доносит другим людям. Еще короче. Миссионер. Бизнес – это?
Бизнес — это система. Ну, жизнь — это. Жизнь — это дар. Трудности — это. Иллюзия. Эсклап — это. Сейчас скажу, я сейчас медитирую на это. Это благополучие, любовь и здоровье. Антон Солопов это? Мужской член. Ну, Солопов это мужской член, Солоп. Да. И вот моя задача быть мужчиной. Это вот я недавно узнал. Напоследок, кстати, еще один комментарий. Всем, кому не нравится система, обращаю ваше внимание, пишет наш, к сожалению, не подписавшийся слушатель, что система MLM это в первую очередь качественный продукт, которому все равно, какое количество людей его будут продавать, поэтому им не обязательно расти до бесконечности. Мы берем качество абсолютно и уровень верно. Продаж. Согласна с этим? Абсолютно, конечно, однозначно. Ну и какое-то пожелание, наверное, тем, кто слушает и будет смотреть. Ну, я поздравляю людей с их первым днем оставшейся жизни. И вот пожелание, чтобы мы всегда об этом помнили. Что именно сегодня первый день моей оставшейся жизни. Это как-то стимулирует задать вопрос, а как я этот день проживу? И вот... Друзья, эфир можно будет пересмотреть и переслушать через пару дней на нашей странице в Дзене. Антон, спасибо огромное. Спасибо за то, что пришли. Спасибо. С Тимошиным мы прощаемся до пятницы. До пятницы. Меня зовут Дарья Гордеева. Я остаюсь в эфире и вернусь буквально через пару минут после выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Пока-пока.